Чувашии могут пройти чемпионаты мира по спортивной ходьбе 15, 16, 18 и 20 годов. Такую информацию сообщил президент Всероссийской Федерации по легкой атлетике Валентин Балахничев на встрече с главой Чувашии. Председатель комитета спортивной ходьбы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Маурицио де Милано поддержал предложение российской стороны о создании в Чебоксарах Международного центра спортивной ходьбы. В минувшие выходные в республику съехались сильнейшие скороходы России. На набережной Чебоксарского залива разыграны комплекты медалей чемпионата России по спортивной ходьбе. В соревнованиях женщин на 20 километров на старт вышли 36 спортсменок основного и молодежного составов. Лина Бекулова, воспитанница Челябинской школы спортивной ходьбы, стала чемпионкой России. Она финишировала с результатом 1 час 28 минут и 42 секунды. Более чем на минуту ей уступила наша Светлана Васильева. Я считаю, что на этих соревнованиях победил сильнейший. В молодежном зачете Светлана Васильева стала первой. Еще одна представительница Чувашии Нина Охотникова завоевала заслуженную серебряную медаль. Первые эмоции девочки делят со своим тренером. Я считаю, что девочки неплохо прошли, особенно наша молодежь, которая стали первые, а вторые, это Светлана Васильева, Нина Охотникова, которые отобрались на молодежную Европу. Ну, конечно, по женщинам чуть-чуть не получилось, потому что наши основные лидеры, это Пандакова Марина, Юманова Ирина, уже отобраны в предварительный состав для участия на Универсиаду. Заслуженные награды спортсменкам вручили глава Чувашии Михаил Игнатьев, президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и председатель комитета спортивной ходьбы Международной легкоатлетической ассоциации Маурицио де Милано. Далее эстафету взяли мужчины на дистанции 20 километров. Здесь первым стал Андрей Рузавин из Мордовии. Наш земляк Петр Трофимов в острой конкуренции с представителями Мордовии сумел завоевать бронзовую медаль среди мужчин. Завершился чемпионат в воскресенье мужским марафонским заходом на 50 километров. Юрий Андронов смог опередить своих соперников на этой сложной дистанции. Вторым на полтиннике оказался воспитанник Чувашской школы спортивной ходьбы Александр Ергунькин, представляющий также первую команду Москвы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.